Здравствуйте! В эфире программа «Тайны советского кино» и я, ведущий Иван Усачев. 25 лет тому назад сценарист Анатолий Эрамджан и режиссер Геральд Бижанов научили советских мужчин, как правильно знакомиться с девушками на улице. Этот рецепт был достаточно прост. Надо было подойти к барышне и задать вопрос, где находится телефон. Но только произнести это слово наоборот, но филет, и все, девушка ваша. Сегодня мы расскажем вам о том, как снималась эта кинокомедия, и, конечно, поведаем о судьбе актеров. Сегодня в программе. За что Александр Панкратов-Черный обиделся на режиссера? Мы умоляли. Гера, нет, ну что вы, как можно отменить смену? Да вы что, нет, ни в коем случае нет. И почему роль скромника Паши Голикова не сыграл Андрей Миронов? Вы не скажете, где находится нафилет? Из-за чего комедийной актрисе Инне Ульяновой пришлось сниматься в рекламе стирального порошка? И что заставило ее пристраститься к выпивке? Она очень переживала, что ее на улице все, комут пошла. Ее же в районе начали комут звать. А также скандал на съемочной площадке. По какой причине Владимир Меньшов сорвал съемку? Подошли и рухнули. Потому что пьяные были. О чем эта комедия? Если вы вдруг забыли, напомню сюжет. Москвич Павел Федорович Голиков в свои 40 с лишним лет еще не женился. Он живет вместе с родителями. Гена, двоюродный брат, решает помочь преодолеть его застенчивость и научить общаться с женщинами. Фильм заканчивается хэппи-эндом. Скромный инженер, наконец, забывает о страхах и заговаривает с прекрасной незнакомкой из автобуса. Здравствуйте, девушки! Здравствуйте! Простите, девушки, а вы не скажете, где находится нафилет? Нет, а что это такое? Не скажем. Ой, да я не здешняя. Сама ничего не знаю. Простите, девушки, а вы нам не скажете? Нам некогда. Ох. Там телефон. Сценарий фильма Анатолий Эрамджан писал для двух замечательных актеров. Александра Панкратова-Черного и Андрея Миронова. Первому досталась роль скромного инженера Паши. Второй должен был сыграть любителя женщин Гену. Простите, девушка. Что? Вы не скажете, где находится этот... Ну, ты помнил, Паша. Ну, вот на это молчит. Ну, что тебе, трудно сказать, но филет. Но Миронов, прочитав сценарий, играть очередного ловеласа отказался. И мы попробовались и так, и так. Вот, мы пошептались с Андрюшей, вышли в коридор. Вот, и говорю, ну, давай, все же от режиссера зависит. Он же выбирает, кому какую роль играть. Вот, он говорит, ну, ты, главное, не против? Я говорю, я не против, Андрюша. Он говорит, ну, все, пойдем, уговорим режиссера. В итоге на художественном совете было решено. Ловелас Панкратов-Черный, а скромник Миронов. Все это происходило в начале августа 87 года. Съемки должны были начаться только в сентябре. Поэтому Андрей Миронов уехал в Ригу на гастроли. Панкратов-Черный остался ждать в Москве. С режиссером Геральдом Бижановым они были знакомы еще со времен учебы в ВГИКе. Но на съемочной площадке встретились впервые. Гера был уже старше, я на первый курс пришел, он заканчивал. Вот, ходил такой солидный человек по институту, очень важный. Я говорю, странно, сценарий прочитал, говорю, очень смешной сценарий. Но режиссер, говорю, мрачноватый. Я говорю, получится ли комедия? Рига. 14 августа 87 года. На спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», не доиграв последнюю сцену, Андрей Миронов потерял сознание. Два дня врачи боролись за жизнь артиста. Но их усилия были напрасны. Миронов умер 16 августа в 5:35 утра. Мы с Володей Меньшовым хоронили, Андрюшу были на похоронах. И я даже не знал, что Володя будет играть со мной, где находится нафилет. Вот. Да и Володя, мне кажется, не подозревал. В последнюю минуту мы остановились на Владимире Валентиновиче Меньшове. Психофизически он подошел. И я думаю, он сыграл очень хорошо. Такого скромного, неуклюжего, обаятельного своего героя. А вот Михаила Кокшонова режиссер уже знал давно. Актер с успехом снялся в его фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Эта картина рассказывает о трудностях поиска своей второй половинки с точки зрения женщины. Пей, Леха,
Ты! И вот 2 года спустя настало время комедии «Где находится Нофилет?» мужского варианта той же самой темы. Ну, кто за такого пойдет? Ты не прав, Федя. В нем есть свое очарование. Несмотря на давнюю дружбу с режиссером, в новом фильме Михаилу Кокшонову досталась лишь небольшая роль водителя троллейбуса. А почему мы не едем, товарищ? Только нет. А почему же вы не сообщили пассажирам об этом? А что, справочное бюро? Мое дело вести вас. Снимали этот эпизод на Ленинградском вокзале. Водить троллейбус Кокшонову не доверили. В фильме за него это делал профессиональный шофер. А вот в жизни Михаил Михайлович за рулем чувствовал себя вполне уверенно. Первый автомобиль он купил еще в студенческие годы. Я купил себе копейку, это первый номер «Жигулей», желтого цвета, такого, как называется, детское недоразумение, или вырви глаз, такой цвет, желтый. Здравствуйте. Добрый день. Лина Ульянова – это великая актриса, поэтому ее участие в этом фильме, я считаю, что для меня это был подарок. Роль начальницы главного героя была написана специально для Инны Ульяновой. Режиссер Геральт Бижанов давно мечтал снять эту комедийную актрису в своем фильме. А это что, тоже продается? Да. Ну, очень дорого, по буфетной цене. Голиков отказался. Ну, правильно сделала, я дура возьму. Впервые Ульянова появилась на экране в 56-м году в картине Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Но тогда ее роль была настолько маленькой, что актрису даже не упомянули в финальных титрах. Со временем картин стало больше, но роли оставались эпизодическими. Пиком славы для Инны Ульяновой стал телефильм Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны». Когда о нас, математиках, говорят, как о сухарях, это ложь. Ложь! В любви я Эйнштейн. Эта фраза стала визитной карточкой актрисы. Ее узнавали на улицах, просили автографы. Но любовь зрителей успеха в карьере все не приносила. Больших ролей ей по-прежнему не предлагали. Это актерская профессия такая, где иногда не совпадают режиссерские решения, задумки и личность актера. Не складывалась и личная жизнь актрисы. Первой большой любовью Ульяновой стал знаменитый комик Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела. Инна была моложе его на 22 года, но всегда называла уменьшительным именем Сереженька. Они познакомились в Ленинградском театре комедии, где были ведущими актерами. Их творческий и семейный союз закончился неожиданно. В театре сменился художественный руководитель, и роли Ульяновой перешли к другой актрисе. Инна Ивановна ушла из театра и вернулась в Москву. Сергей Филиппов за любимой не поехал и вернулся к бывшей жене. Потом актриса вышла замуж за коллегу по театру, но брак оказался недолгим. Последней и настоящей любовью Инны Ивановны стал французский летчик Константин Фельдзер. Он был старше Инны Ульяновой на 20 лет, но это не помешало ей влюбиться с первого взгляда. Их первая встреча произошла во французском посольстве, куда Инну пригласили выступать. Константину тоже понравилась советская актриса, но им не суждено было соединиться. Он жил и работал в Париже, а она в Москве. Ульянова боялась уезжать из страны, понимала, что во Франции на актерской карьере придется поставить крест. Развязка оказалась трагической. Константин умер от сердечного приступа. Она мне просто говорила, что письма я все провала. Очень тяжело она перенесла смерть его. В жизни Ульяновой осталась только работа. Это мой крест! В 81-м году на Мосфильме начинались съемки фильма «Покровские ворота».
Ульянова мечтала сыграть Маргариту Павловну Хоботову. Но на главную женскую роль уже утвердили Наталью Гундареву. В отчаянии Ульянова позвонила режиссеру Михаилу Казакову и умоляла дать роль ей. Он согласился. Ну, здравствуйте. Здрасте. Если не ошибаюсь, Раиса. Людмила. Да, я так и думала. Было просто захватывающе смотреть на нее, как она репетирует, как она справляется с этим темпераментом своим активным в этой такой лирической, песенной, напевной атмосфере. После съемок в картине «Покровские ворота» главных ролей у Инны Ульяновой больше не было. В 90-е годы кинофильмы почти не снимали. Актерская профессия переживала кризис. Ульянова хваталась за любую работу. Вела передачи на телевидении и даже снималась в рекламе моющих средств. Да чем я только не чистил, а чище не становится. Молодо, зелено. Комет? Она очень переживала, что ее на улице все, о, комет пошла. Ее же в районе начали комет звать. Она эту стиральный порошок шила. И комет, комет ее. Комет. Ну, все, она говорит, Люда, я прям не знаю. Говорит, вот вслед кричат комет. Что же у меня заслуг никаких? На тот момент актрисе исполнилось 57 лет. У нее не было ни работы, ни семьи. Последним ударом стала смерть отца. Ульянова начала пить. В 2 часа ночи она вышла голая. Когда я в таком виде увидела, я говорю, а что случилось? Она говорит, ты знаешь, у меня там мужики чужие. А я говорю, никто не мог пройти, я здесь дежурю, никто не проходил. Нет, 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 5 человек сидят, 5 человек. Я пойдем, поднимемся. Вхожу я где? Она говорит, вон в темной комнате. Я говорю, тут никого нет. А под столом вон трое сидят. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали алкогольный галлюциноз. Расстройство, при котором больной начинает отчетливо слышать голоса и вести с ними беседу. Инну Ульянову увезли в больницу, где она провела целый месяц. Выйдя, она зареклась больше никогда не пить. Актриса продержалась 3 года, но однажды сорвалась. Остановиться Ульянова уже не смогла. В тот роковой день актриса была дома одна. Почувствовав себя нехорошо, она попыталась позвать на помощь, но потеряла сознание. Долгое отсутствие актрисы привлекло внимание соседей. Когда квартиру вскрыли, Инна Ульянова была еще жива. Она умерла в карете скорой помощи. Иногда просто диву даешься, насколько жизнь бывает несправедлива к талантливым людям. По-настоящему Инна Ульянова так и не раскрылась ни в театре, ни в кино. А сейчас я расскажу вам о человеке, которому повезло в жизни значительно больше. Добрый день, заходите. Мое жилище. Покажу вам свой кабинет, наверное, вам интересно будет. В этом доме журналисты гости нечастые. Специально для зрителей нашей программы Анатолий Николаевич проводит экскурсию по своей квартире. В 97-м году в Москве Анатолий Николаевич перенес операцию на сердце. И врачи посоветовали сценаристу переехать в страну с более теплым климатом. И вот после этой операции я начал на зиму приезжать сюда, в Майами. Тут у меня был школьный друг, понимаете, вот и мы приезжали. Потом я решил, что можно снимать здесь и кино. Мы начали снимать. Но после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Анатолию Эрамджану отказали в визе. Тогда он подал документы на оформление вида на жительство. А в 2007 перебрался в Майами навсегда. Здесь он продолжает писать и придумывать новые сценарии. Идея этого фильма родилась, когда у нас появился один новый приятель, наш Яник, который мастерски на наших глазах знакомился с девушками. Он подходил с одним и тем же вопросом к девушкам. Вы не скажете, где находится Кюрасю? Что такое Кюрасю, не знал даже Яник. Но этот способ знакомства так понравился Эрамджану, что он взялся за ручку. Вот только не понимал, чем заменить это самое Кюрасю. Я перебрал очень много разных слов и, наконец, остановился на телефоне. Наоборот, телефон все же близко к городской жизни, и как-то в этом появился какой-то перевод. И, что же это слово меня устроило? Простите, девушки, а вы не скажете, где находится Нофилет? Нофилет?
Ты слышала? Нет, а что это такое? Если бы мы знали! Сам Анатолий Николаевич со своей будущей супругой тоже познакомился на улице. Я говорю, девушка, вы не видели, мы потеряли маленькую собачку. Вот не пробегала мимо вас? Я, конечно, ничего не подозревала. Любви, конечно, естественно, не было никакой вначале. Потому что, ну, естественно, человек подошел все равно, что потерял что-то. И, ну, надо помочь. Конечно, собака была всего лишь поводом для знакомства. Оксана в прошлом инженер, но ради мужа бросила научную деятельность. Сегодня она муза сценариста Анатолия Эрамджана. По-бразильски лимпопо, а по-нашему бутылочка. Вот только свою жену снимать в картине Анатолий не захотел. Елена Скороходова и Наталья Карпунина сыграли в одной сцене. Паша и Гена познакомились с двумя девушками и напросились к ним в гости. После фильма актрисы подружились. Они часто встречаются и каждый раз вспоминают те самые съемки. Я была знакома со сценаристом Анатолием Николаевичем Эрамджаном. Познакомились мы на улице. Вот по той же самой схеме, по какой там вот эти герои в фильме знакомятся с девушкой, вот точно так же. У него ничего не получилось. Точно такая вся была корда. После нескольких случайных встреч на Тверской улице Анатолий Эрамджан решил пригласить Скороходову сняться в кино. У нас, видимо, пересекались пути. И он говорит: о, как хорошо, что я тебя встретил. Запускается картина, там много женских ролей, будешь там играть. Давай срочно свой телефон. И я дала ему телефон, и вот я так попала, я говорю, по блату, попала в эту картину. Только не вышли ли мы из возраста лимпопо? Наталья Карпунина попала на съемочную площадку прямо с выпускных экзаменов в театральном институте. Фильм «Где находится Наферет» стал ее кинодебютом. Долгое время он оставался моим единственным фильмом. И поскольку его очень часто показывали, такая курьезная ситуация с ним случилась, что периодически кто-то говорил: о, мы тебя видели в кино. Я тут же понимала, мне не надо было спрашивать, в каком? Да никто не хочет играть. Ну почему же, раз уж начали, чего там? Девушек фильм искали необычным способом. Режиссер пригласил всех молодых актрис, каких только удалось найти в это время в Москве. И при помощи жребия решал, кто и какую роль будет играть. Так в маленьких ролях появились будущие большие звезды. Простите, а вы не скажете, где находится Нафилет? Ой, да я не здешняя. Сама ничего не знаю. Откуда вы приехали? С Урала. Впервые на экране в образе девочки с Урала предстала Ольга Кабо. Елена Цыплакова сыграла нахальную девицу в модной футболке. Извините, девушка, я коллекционирую надписи на майках. Вы разрешите прочесть? Пожалуйста. И-ло-ве. Коллекционируйте, читать не умеете. Одна из ролей досталась даже Ладе Фетисовой, жене выдающегося спортсмена Вячеслава Фетисова. Вячеславу очень не нравилось, что я снимаюсь. И вот как раз выходит на филет, и он приезжает из очередной поездки, ему кто-то из добрых друзей тут же кассету, он посмотрел. А меня спросил, естественно, у тебя какая-то картина вышла? Ты опять снималась? Я говорю, да нет, Слава, ты что, это давно? Это старое, опять повторяют, старое. Он говорит, да-да, только костюм этот я из Финляндии привез 3 месяца назад. А я подумала. Простите, вы не скажете, где находится на филет? А вы меня раз уже об этом спрашиваете? Когда? 100 лет назад. Я еще в школе училась. Прошло 25 лет, а Глади до сих пор подходит на улицах и пытаются закадрить на Нафилет. Но ее на эту удочку уже не поймать. А вы скажете, где находится Нафилет? Ну там, за углом. Бывает. Фильм, где находится Нафилет, получился вполне целомудренным. Хотя и вышел уже во времена перестройки. В Советском Союзе, как мы знаем, секса не было. Не было его и в этой комедии. Несмотря на это, комиссия Госкино с большим трудом выпустила картину на экран. По мнению критиков, образ главного героя был прописан недостаточно хорошо, а сам сценарий пошловат. Но такого рода проблемы оказались мелочью по сравнению с тем, что происходило на съемочной площадке. Долгих 11 лет они даже слышать друг о друге не хотели. Актер Александр Панкратов-Черный и режиссер Геральт Бижанов так сильно поссорились на съемках картины, что перестали здороваться, встречаясь в коридорах Мосфильма.
А началось все с того, что Геральт Суренович запретил актерам вносить любые исправления в сценарий. Да, я требователен по отношению к тексту. Режиссер эту картину в целом видит и держит в голове. Актер только в тех предлагаемых обстоятельствах, которые находятся перед ним. Однажды Меньшов и Панкратов Черный сорвали съемку. Александр хорошо помнит тот день, хотя с той поры прошло немало времени. Мы, попали как раз в Московский международный кинофестиваль. И мы узнаем, что приезжает Федерико Феллини и Джульетта Мазина. Мы умоляли. Гера, нет, ну что вы, как можно отменить смену? Да вы что, нет, ни в коем случае нет. И Вовка Меньшов говорит, Саня, ну когда нам еще придется увидеть Феллини? И мы поехали в бар. На следующий день история повторилась. Вместо запланированных режиссером трех сцен, он целый день возился с одной, переснимая ее несколько раз. Все дело в том, что Александр Панкратов-Черный и Владимир Меньшов заявились на съемки в нетрезвом виде. Вот когда они идут по набережной, и он бросает сверток, они вот точно шли до этой черточки, да, операторской, подошли и рухнули. Потому что пьяные были. Практически каждое утро съемки начинались со скандала. Ведь Панкратов Черный и Меньшов тоже не прочь были заняться режиссурой. И у них имелось свое видение сценария. Наконец, слухи о конфликте в коллективе достигли ушей руководителей Мосфильма. И Геральда Бижанова даже хотели снять с картины. Я знал, что если поменять сейчас на переправе коней, Меньшов может увести картину совсем в другую сторону. Понимаете, это я много раз уже я сталкивался с режиссером. А с Бижановым у нас было полное взаимопонимание. И вот так вот Бижанов остался на картине, и, слава богу, картина получилась удачной. Помимо кадровых, фильм преследовали и технические проблемы. В конце 80-х в Советском Союзе проходила большая модернизация производства кинопленки. Фабрики на время остановили свою работу, и пленка оказалась в большом дефиците. О импортных материалах в те времена можно было только мечтать. Если раньше пленки хватало на производство всего фильма, то сейчас в диспетчерской распределяли одну коробку пленки на картину, какой картине дать. Вот, и поэтому приходилось снимать по одному, редко двум дублям происходящие сцены. Больше всего пленки потратили на Александра Панкратова-Черного. По замыслу сценариста, актер должен был исполнить в фильме несколько песен. Когда его попросили это сделать, выяснилось, что артист не блистал вокальными данными. Вдруг Бижан мне звонит, я говорю, я останавливаю съемку, этот тип не хочет петь, как Пугачев. Он говорит, не может. Я говорю, но он же пел в «Мы из джаза». А я не уберу свой чемоданчик, а я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик. Выяснилось, что пел не он, а был оператор Шевчик. В итоге эту сцену все-таки оставили в фильме. Только за Александра Васильевича в фильме спел Михаил Евдокимов. Все громче музыка, играй, мир кабаре друзей встречай. Сегодня что-то Леонтьев не получается. А второй эпизод, где Александр должен был спеть, в срочном порядке заменили на сцену с фокусом. Дорогие друзья, сейчас я продемонстрирую фокус, за который Рутюн Акопян в Париже получил гран-при. Секрет этого фокуса мне раскрыл сын Рутюна. А маяк Акопян. На телевидении мы встретились, и он сказал о том, что снимается в замечательном фильме, комедия, и ему нужно продемонстрировать какой-то эффектный трюк в компании с барышнями. И я ему стал предлагать ряд фокусов, но один фокус ему больше всего понравился, он его оставил, и он, вы знаете, он очень зазвучал. Специально для зрителей нашей программы Амаяк Акопян раскрывает секрет этого трюка. Вы берете лист бумаги и приклеиваете такой же круг, такого же цвета, идентичный, на поверхность стакана. Теперь посмотрите, пожалуйста. Шурум-бурум. Шурум-бурум, ча-ча-ча. Вот что происходит под платком. Ну-ка еще разок. Все. Режиссер картины вспоминал, что таких тяжелых съемок в его карьере еще не бывало. Больше в свои фильмы Геральт Бижанов
Панкратова Черного не приглашал. И только спустя 11 лет актер и режиссер помирились. А в 2002 году Гераль Суренович даже пригласил артиста в свой новый фильм «Вход через окно». Сегодня о былых разногласиях они вспоминать не любят. Знаешь, не вторгайся в область чувств. Я по тебе скучал. Комедия «Где находится Нофелет» вышла в прокат в январе 1988 года и сразу полюбилась зрителям. Удивительно, что и сейчас, много лет спустя, сюжет не устарел. Наверное, потому что люди продолжают искать свою вторую половинку и пытаются обрести счастье при любом политическом и экономическом строе. Вы смотрели программу «Тайны советского кино». С вами был Иван Усачев. Увидимся.